Приятного просмотра! В прошлом видео лидер нубиков отправил самого маленького нубика на континент беконов, чтобы этот нубик внедрился и попробовал уничтожить генерала беконов и всех остальных самых важных беконов на этом континенте. У этого нубика все хорошо получалось, и он даже смог одолеть бекона, у которого был лазерный пистолет. И после этого инструктор ему дал маскировочный костюм бекона. Эх, интересно, как там справляется наш парень? Инструктор сказал, что у него очень все хорошо получается. Надеюсь, что у него получится добраться до генерала беконов. Он мой заклятый враг. И если он сможет его одолеть, тогда войне конец, и наступит наконец-таки мирное время. Ой, ну что, теперь я могу вот так вот выглядеть как бекон, и теперь они, наверное, не смогут меня отличить от себе подобных. Это очень классно. Сейчас я попробую добраться до самых потайных уголков этого континента. Вот здесь я был, а вот там уже дальше. Мне надо 17 тысяч силы, у меня всего лишь 8,5. Так, а вот здесь Скайвали, 650 силы. Здесь, кстати, о, меня не было. Вот это я подлетел. Ой, я аж испугался. Вот так. О, вон там я вижу 650 силы, меня там не было. Я хочу до туда добраться, интересно, что там такое? Вау, вот это да. Ай, кстати, я забыл зайти к инструктору. А-а-а, нет, я упал. А как мне теперь забраться обратно? А, нет, мне нужен инструктор. Точно, я сейчас вернусь к инструктору. И сначала надо купить мне улучшение. Инструктор, я забыл купить улучшение. А я смотрю, ты куда-то убежал. Давай, покупай улучшение, а потом снова иди сражайся. Я верю в тебя, и наш лидер в тебя верит. Да, конечно. Так, вот эти улучшения, значит, я все покупаю, да? Кстати, инструктор, ты говорил про каких-то питомцев. Да, точно. У меня есть питомцы, посмотри на них. Да, и чуть не забыл. Теперь ты стал довольно-таки сильный, и ты можешь подойти к новому инструктору. Он тебе покажет крутых питомцев. Вау, ничего себе. А где он находится? А вон там, слева. Слева? Вот здесь, что ли, где-то? Вот здесь? А, вот, я тебя вижу. Привет. Что-то как-то, ты какой-то маленький. Ну-ка, хватит меня маленьким называть. Ты будешь что-нибудь брать или нет? Да, конечно. А что у тебя есть? Вау, что это такое? Это какие-то питомцы. Вот этого попробую купить. Это единственный, на которого у меня хватает. И где он? Вау! Вот это да! Это питомец! Вау, я становлюсь еще сильнее вместе с ним. Инструктор, смотри, я купил себе питомца. Ух, ничего себе! Его никто не мог обуздать. Тебе единственному он подчинился. Ты реально избранный. Мы верим в тебя, что ты сможешь одолеть генерала. Да? Это точно? Да, я так и знал. Так, и теперь я хочу улучшение еще купить. Надо купить все улучшения, чтобы стать еще сильнее. Я хочу убить этого генерала беконов, чтобы у нас не было больше войны. Ну все, я пошел, инструктор. Давай. Я жду тебя за новыми улучшениями. Хорошо. Так, все, я побежал. Я же хотел вон туда куда-то на какой-то остров запрыгать, да? Но я забыл про улучшение. Теперь со мной есть какой-то странный питомец. А ты умеешь разговаривать? Нет, молчит. Значит, не умеет. Ладно, давайте посмотрим, что он умеет делать. Но сначала мне надо вон туда как-то собраться. Допрыгать до туда. Интересно, получится у меня это сделать или нет? Вперед! Вот так! Прыжками сейчас! Ай, осторожно! Фух, страшно! Это страшно! Вот сюда теперь! Вот так! Прыжок! Страшно! Я боюсь высоты, но похоже с этими прыжками я не буду ее бояться. Ай! Ай! Как же высоко! Чтоб тебя! Зачем я на это согласился? О, все, я добрался до этого портала. Интересно, куда он ведет? Очень страшно. Ой, где я? Ой, это какая-то авиабаза! Авиабаза? Ничего себе! Какие-то маленькие островки. Что это за авиабаза? Это авиабаза беконов! Получайте, беконы! Не надо строить здесь авиабазу! Получайте все беконы! Вот так! Кто тут? Еще один бекон! Вау! Я становлюсь еще сильнее! Я стал супермускулистым!
Вот это да! А что у нас дальше? Беконы, получайте! Хватит вам распространять войну! Давайте жить в мире! Я пойду дальше. Интересно, что же нас ждет там? Вот сюда прыжок, вот так, это у нас остров какой-то. Бекон! Что, подождите-ка, а я забыл посмотреть, что делает мой питомец. Питомец, ты мне помогаешь, да? Ну, вроде помогает, да. Получайте, беконы, получайте! Вот так! Их очень много, их реально очень много. Они думают, что... Что? Питомец! Ты делаешь так, чтобы они горели? Красавчик! Я еще так классно выгляжу, потому что я тоже бекон, и они, наверное, вообще не понимают. Что? Подождите-ка, где это я? Куда я зашел? Куда я попал? Что это за трубы? Что здесь происходит? Это фабрика! Это фабрика беконов! Смотрите, что они делают! Они искусственно создают беконов и потом накачивают их! Что? Это вообще реально так делать или нет? Что это такое? Это фабрика какая-то беконов? Обалдеть! Мне срочно нужно эту информацию рассказать инструктору, чтобы он передал нашему лидеру. Создают беконов. Вау, это что-то невозможное. Я вообще даже не мог себе представить такого. Получай, бекон. Они какие-то странные и тупенькие. Почему они... Как-то странно выглядит. О, да! Я стал еще больше! Теперь инструктор, наверное, скажет мне, что я стал самым большим из всех, кого он видел. Вот почему эти беконы такие тупенькие. Они созданы искусственным путем. И поэтому они просто стоят и танцуют. Они не понимают вообще, для чего созданы. А если генерал бекон поймет, как ими манипулировать, это будет настоящая война. Это будет просто что-то нереальное. Нубики сразу же исчезнут с лица земли, если эти беконы начнут нападать на всех. Надо срочно остановить генерала беконов. Мне нужно вернуться назад. Как мне вернуться назад? Я хочу вернуться назад и рассказать все своему инструктору. Как мне попасть назад? Что это такое? Подождите-ка. Подождите, как мне вернуться назад? Что происходит? О, я вернулся. Я вернулся, хорошо. Теперь мне надо бежать обратно. Я могу отсюда спрыгнуть. Я могу спрыгнуть отсюда, но я, возможно, не смогу долететь. Поэтому мне лучше пройти в портал. Эта информация будет очень ценна для инструктора. Надо, чтобы он рассказал нашему лидеру срочно эту информацию. Если эти беконы будут разумны, то тогда конец миру. Эти беконы захватят все. Так, мне срочно надо... Я смогу допрыгать? Да, я смог допрыгнуть. И теперь мне нужно возвращаться обратно. Я чуть не упал. Фуф, я же не умею плавать. Ой, тогда инструктору пришлось бы меня вылавливать в воде. Инструктор, где ты? Тем более я сейчас смогу себе приобрести новых улучшений. И тогда я смогу добраться еще дальше. Инструктор! Инструктор! Ой, да, мне надо срочно рассказать эту информацию. Инструктор, у меня важная информация. Ой, ты чего меня так пугаешь? Я думал, ко мне прибежал мегабекон. Мегабекон? Ну да, я теперь же большой стал. Я стал еще больше. Да ты вообще супергигантом стал. Я никогда таких не видел. Может быть, ты уберешь вот эту маскировку, а то кажется, что я разговариваю с беконом. Ну ладно, хорошо. Так сойдет? Да, вот так вот уже другое дело. Что там у тебя за информация? Я нашел базу беконов, представляешь? Они созданы искусственным путем, и они все безмозглые. Если они будут мыслить, это будет конец. Я хочу, чтобы ты передал это нашему лидеру, чтобы он был в курсе. Ого, никому не удавалось достать такой информации. Ты самый крутой нубик, которого я видел. Ой, ну ладно тебе, спасибо большое. Я жду, чтобы ты передал эту информацию обязательно нашему лидеру. Хорошо, хорошо, обязательно передам. Какой же молодец, мне поступила новая информация. Мы никогда не знали, что беконы безмозглы. Мы думали, что они просто любят танцевать. Мы не знали, что их создают искусственным способом. Этот нубик лучше всех, я не ошибся в нем.
Надеюсь, что он сможет добраться до генерала Беконов. Это будет лучшее, что когда-либо происходило с нубиками. Ребят, всем большущее спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и конечно же, если вы хотите увидеть продолжение, напишите об этом в комментарии. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.